Здравствуйте, с вами канал Медиамаркт. Надоело тратить время и силы на уборку? Мечтаете о помощнике по дому? Тогда скорее знакомьтесь с новинкой от Philips – роботом-пылесосом Smart Pro Active FC882201. Новый робот-пылесос обеспечит чистоту в доме быстро и качественно, без вашего вмешательства. Вы можете настроить план уборки на ближайшие 7 дней и на любое время суток. Даже когда вас нет дома, пылесос приступает к работе в соответствии с заданным временем. Вам остается только прийти домой и наслаждаться чистотой. Этот малец оснащен 6 инфракрасными датчиками, которые отслеживают препятствия и не дают пылесосу столкнуться со стеной или кабелем. Также вы можете воспользоваться функцией «Виртуальная стена». Это невидимый барьер протяженностью до 2 метров, за рамки которого пылесос не может выйти. Благодаря этой настройке, если у вас есть хрупкие предметы, они точно не пострадают. Качество уборки гарантирует трехэтапная система очистки. Сначала 2 длинные щетки направляют грязь и пыль по траектории движения робота-пылесоса. Затем этот мусор собирается насадкой. В завершении съемная насадка для салфеток тщательно собирает самую мелкую пыль. Робот-пылесос оснащен датчиком распознавания пыли. Обнаруживая ее скопление, пылесос задерживается на этом участке, чтобы произвести более тщательную очистку. Пылесос работает в 4 режимах уборки в зависимости от убираемого участка. Если робот-пылесос обнаружил относительно большое пространство, то он выбирает программу Z и совершает зигзагообразные движения. После обнаружения препятствия робот-пылесос едет по прямой линии. А в случае соприкасания с каким-либо предметом, движения становятся произвольными. В режиме по спирали робот совершает спиралевидные движения, постепенно увеличивая радиус. В режиме вдоль стен прибор перемещается по периметру помещения, параллельно его стенам. Устройство может самостоятельно выполнять уборку благодаря системе Smart Detection. Она представляет собой набор из интеллектуальных датчиков, гироскопа и акселерометра. Робот анализирует обстановку и выбирает оптимальный режим для максимально быстрой уборки. Робот-пылесос не застревает на месте и возвращается на док-станцию, когда это необходимо. Если необходима высокая мощность всасывания для эффективной уборки, можно включить турборежим. Пылесосом полностью можно управлять дистанционно, включить его, остановить, поменять траекторию движения или же отправить на док-станцию. Обратите внимание на насадку TriActive XL. Она широкая, что обеспечивает вдвое большую площадь охвата напольного покрытия за одно движение. Всасывающие отверстия собирают пыль впереди и по обеим сторонам. Гибкая полоска собирает всю оставшуюся пыль. Насадка повторяет очертания поверхности, благодаря чему мощность всасывания поддерживается на одном уровне, независимо от типа напольного покрытия. Время работы прибора в автономном режиме – до 120 минут. Мощный литий-ионный аккумулятор быстрее заряжается и дольше служит. Робот-пылесос Philips Smart Pro Active FC882201 станет настоящим подарком для тех, кто ценит время и чистоту. С вами был канал Медиамаркт. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!